В деревне Средняя Серда раннее утро. Трели соловья и азана так гармонично сливаются в мелодию праздничного дня. Азан сегодня не призывает на намаз, он только напоминает: сегодня ураза байрам. В деревне Средняя Серда на праздничный намаз обычно собиралось до 100 человек. Местные жители вспоминают, иногда даже места не хватало. В этом году спокойствия не встретишь ни одного прихожанина, и каждого заранее предупредили: праздничный намаз читается дома. Уже с утра в доме Накифа-Валиуллина все у телевизора слушают праздничную проповедь. Муфти зачитывает поздравления Рустама Миниханова. Республика мусульман Нарына. Сегодня сама жизнь требует от нас терпения и благоразумия. Искренне признателен мусульманам республики за то, что они наравне с нашими православными братьями и представителями других традиционных религий в полной мере осознают ту высокую степень ответственности перед Всевышним и обществом. Такого еще никогда не было. Нам уже немало лет, много видели, но такое впервые. А вот эту традицию пандемии не изменила. Женщины, как и раньше, не отходят от плиты. В каждом доме готовят оладьи. Аромат стоит над всей деревней. Только после праздничной проповеди все большой семьей собираются за столом. А еще знаете, за что я люблю жителей нашей деревни? В каждый дом сегодня приехали гости, даже если там давно никто не живет. Это уважение к празднику, дань предкам. Пост длился ровно месяц. Мусульмане не посещали мечети и коллективные ифтары в гостях. Вместо этого еду на ифтар в ланчбоксах раздавали нуждающимся, а разговение только в кругу родных. Онлайн-проповеди и дистанционные обряды не изменили главные ритуалы Рамазана, а вот людей ближе друг к другу сделали. Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Арский район. Оуэр хэм мүмкін қадар иде бұл сұралған уақытта ТНВ телеканалы тамашашыларға яратқан фильмін қабат қарау мүмкінлігін бере. Хәзір «Синен күзлер» фильмі ТНВ Ру сайтында бар. Бүкіннерде иде болық. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.